Всем привет! Волжский 10 сентября присоединяется к Международному дню оказания первой медицинской помощи. Согласитесь, что не только специалисты, но и каждый человек должен уметь оказывать первую медицинскую помощь. Но какой будет погода в эти выходные в Волжском? Об этом прямо сейчас. Суббота будет ясной и солнечной. Днем 17 градусов выше нуля, но ночью плюс 9. Ветер с порывами до 9 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность. 20 градусов выше нуля днем, но ночью плюс 11. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Все еще ищете работу? В блокнот Волжский требуется менеджер по рекламе и журналист. Если ты готов, обязательно звони. Ссылка в описании. Ну что, а вам я желаю хороших выходных и увидимся!